Наш концерт открывает оркестр студентов колледжа музыкально-театрального искусства имени Галины Павловны Вишневской. Антонио Вивальди. Концерт для четырех скрипок с оркестром си минор. Солисты: Елена Берг, Серафима Клейменова, Давид Отрощенко и преподаватель Надежда Артамонова. Дирижер Иван Покровский. Мария Крюкова.
Жизель Гранжани. Ария в классическом стиле для арфы с оркестром. Солистка Алина Алексеева. Дирижер Иван Покровский. Thank you.
Анна Шатковская. Три танца из мюзикла «Мама цапля». Танец северных гусей, танец китайских павлинов и танец африканского удода.